Мужской праздник в Химках тоже отмечают по-мужски. Полоса препятствий, эстафета, спортивные соревнования. Все как на гонке героев, только на успех соперников заряжают крепкие семейные связи. Так и прошла спортивная схватка в детском саду на левом берегу, где за звание лучших состязались команды пап и их детей. Преодолеть все препятствия без подготовки не так-то просто. Здесь нужна ловкость, скорость и внимательность. Папы вспоминали игры своего детства и подключали уже взрослые навыки. Так участникам приходилось забрасывать мяч в кольцо, проползать через импровизированные тоннели, прыгать на метле и проходить лабиринты с закрытыми глазами. Но все не так страшно, когда за тобой наблюдают счастливые глаза детей. Мой папа находчивый, умный и смелый, ему по плечу даже сложное дело. Еще он шалун, озорник и проказник. С ним каждый мой день превращается в праздник. Праздник пап с каждым годом набирает все больше популярности. Отмечать его в такой теплой и доброй атмосфере становится новой хорошей традицией. Спасибо большое нашим папочкам, которые участвовали во всех эстафетах. Все было очень здорово. Поздравляю всех отцов. Желаю здоровья, счастья, всех благ. За особые усилия и желание победить все участники получили грамоты и памятные призы. Еще одним сюрпризом стала выставка рисунков, где каждый воспитанник изобразил своего папу или всю семью вместе. Но самый главный подарок для каждого отца – любовь его ребенка. Где твой папа? А это кто? Андрей Липанов, Екатерина Дроздова, Вильфрид Дымковский. Новости Химки ТВ.